Вы смотрите телеканал Shop and Show. Добро пожаловать на нашу кухню. Оль, ты знаешь, что я фанат мультиварок. У меня не одна мультиварка дома, но мне все время что-то не хватает. И я долго думала, что мне не хватает еще одной мультиварки. У меня же их три, а мне казалось, что четыре, потому что у плиты четыре горелки. Но потом я поняла, мне не хватает дополнительной чаши для того, чтобы я могла абсолютно на полную катушку приготовить все, что я хочу. Галечка, специально для тебя, для наших телезрителей мы представляем чашу для мультиварки от компании Redmond в четырех вариантах. Вам осталось только определиться с объемом. Объем это 6 литров, 5 литров, 4 литра и 3 литра. Диаметр крышки мы еще предлагаем, да? У нас еще есть крышка силиконовая. Я хочу сказать о том, что мы сегодня подарок чашам пришлем вам и крышку. Причем крышки всегда продаются отдельно и стоят достаточно дорого, но сегодня мы просто дарим вам эти крышки от компании Redmond. Они силиконовые, прочные, очень удобные, подходят ко всем диаметрам кастрюль и даже к маленькой, просто ее надо перевернуть, и все у вас получится. У этой крышки есть еще одна интересная функция, но об этом я расскажу вам попозже. Да, потрясающие крышки должны, и вот эти замечательные чаши, вы можете стать счастливыми обладателями, приобрести все это прямо сейчас. Вам осталось только позвонить на телефоны, которые вы видите на ваших экранах. Дорогие телезрители, помните, что цена Shop and Show от 1090 рублей. Я хотела бы сказать, Оль, что у этих чаш не только прекрасное антипригарное покрытие, которое нам гарантирует компания Redmond, а не только очень красивая форма, но они еще выдерживают температурный шок. Что это значит? Это значит, что, например, когда я вот вытаскиваю из своей кастрюли свежеприготовленный борщ, из своей мультиварки, которую я очень-очень люблю, понюхай, как он пахнет изумительно. Да, но он почти уже остыл, да? Ну, он теплый, конечно, потому что я же не буду ставить в холодильник раскаленный борщ, да? И я накрываю его крышкой. Посмотри, как это удобно. Крышка герметично закрывает кастрюлю, то есть ни холодильник не будет пахнуть моим прекрасным борщом, ни борщ моим дивным холодильником. И просто ставлю, и покрытие это выдержит. То есть оно не растрескивается, оно не становится хрупким. Я понесла в холодильник. То есть не нужно ничего переливать в другие кастрюльки, а достаточно просто прикрыть крышкой и отнести в холодильник. Это очень удобно. А также, дорогие телезрители, если у вас уже есть эти чаши, но нет мультиварки, звоните нам и заказывайте, а лучше заходите на наш сайт shopandshow.ru. Там вы найдете и мультиварки, и великолепные чаши от компании Redmond, и все самое полезное для вашей кухни. Ну, я вот тут уже вернулась с рыбой. Эта чаша 5 литров. Она подходит для моей мультиварки, практически для всех мультиварок. Есть очень много мультиварок на 5 литров. Но я, естественно, запекаю, я обожаю мультиварки, рыбу приготовить. Закрыли, включили, да? Видишь, как удобно. Да, очень удобно. Еще я хочу тебе сказать, Галя, то, что эти чаши, они еще в чем их уникальность? В том, что они, их можно мыть и в посудомоечной машине, а также готовить на плите. Вот не зря здесь тоже стоят наши чаши. Да, мы здесь готовим, процесс готовки на плите у нас происходит. А также еще и в духовке вы можете использовать эти чаши, что сделала и я. Сейчас я вам покажу, какой замечательный плов я сделала. Да, вот здесь вот он у меня пока с пылу с жару горяченький. Достаем. Оп, ой, чуть не уронил. Оля, аккуратно, аккуратно, не обожгись. А пока Оля несет наш плов, я хочу рассказать про то, что эта крышка может служить нам еще и замечательной подставкой, силиконовой на стол, чтобы не обожгли нашу мебель. Слушай, она удобно, она не даже скользит. Немножко присасывает, да, вот как бы, вот смотри. Ну да, и самое главное, устойчиво. Что она не скользит. Хорошо. По поверхности, она достаточно плотная для того, чтобы сохранить любую мебель, любую поверхность. Ну вот видишь, как удобно, две функции у одной крышки. Очень удобно, и также посмотрите, мы приготовили вот здесь вот на плите, прямо в этой чаше варенье. Здесь у нас 4 литра, чаша 4 литра, посмотрите, вот. И я не боюсь, обратите внимание, мешаю железной ложкой, я не поврежу. Это керамическое покрытие, антипригарное покрытие. То есть оно выдерживает и духовку, и варочную поверхность, и просто контакт с газовой плитой. То есть абсолютно всеми видами вы можете пользоваться, что называется, кухонного транспорта. И я, знаешь, вот, Оль, когда у меня воскресенье, да, то есть я не успеваю, надо приготовить завтрак, обед и ужин, хочется делать все сразу, чтобы не мучиться и потом не оттягивать. А если у меня будет несколько чаш, я понимаю, что процесс будет идти практически бесконечно, и я могу что-то делать в мультиварке, что-то делать на плите, а что-то даже и в духовке. Как делаю это я? Например, разогреваю борщ. Я выбросила микроволновую печь, она мне теперь больше не нужна. Я достаю вот эту вот замечательную чашу из холодильника, разогреваю борщ и одновременно готовлю
готовлю второе блюдо в своей мультиварке. А что у тебя готовится самой большой чашей? Ну, у меня в самой большой чаше готовятся персы, тоже на плите, да, и тоже, видишь, с подливкой, ничего не пригорает. И они получаются очень сочными за счет того, что здесь температура прогревает, ну, нагревается чаша равномерно, происходит равномерный нагрев продукта, поэтому все вот ну, так и вот. Понятно, благодаря шкале мы, конечно же, не наливаем больше, чем нужно наливать. Да, кстати, вот, посмотрите, вот она, мерная шкала, очень... С обратной стороны ее тоже видно. Вот посмотри, сейчас я вам покажу. Вот она продавлена. И это очень удобно для нас, хозяек. И такая мерная шкала присутствует на всех абсолютно чашках. Я хотела бы обратить внимание на то, что эти еще кастрюли очень-очень красивые. Мне кажется, чаши. Мне кажется, что их можно просто использовать даже для того, чтобы, например, вот плов поставить на стол. Да, борщ, не нужна никакая супница. То есть ты вытаскиваешь из мультиварки и ставишь... И ставишь на стол праздничный. На стол. Да, вот, например, вот я сейчас поставила плов на наш стол. Я могу спокойно угощать гостей прямо отсюда. Угу. Уникальная чаша, правда? Они с радостью все это съедят. Ты меня убедила, меня даже убедать не надо. Я как только увидела и поняла, что вот оно мое спасение. Я обязательно приобрету эту чашу нашим уважаемым телезрителям. Я хочу... посоветовать сделать то же самое. Ну, а я напоминаю вам, дорогие телезрители, что сегодня мы вам представили чаши с антипригарным покрытием от компании Redmond. Вам достаточно просто определиться с объемом 6 литров, 5 литров, 4 литра или 3 литра. И даже крышка в подарок. Крышка и поставка 2 в 1, силиконовая. Цена Shop & Show от 1090 рублей.